Здравствуйте! Вы смотрите национальное телевидение Чуваши. В эфире детские новости Акил Бупсер. Если вы до сих пор не знаете, что означает это слово, прочитайте его задом наперед, и вы все поймете. Итак, о скорых новостях республики вам готовы рассказать Данила и Никита Васильевы. Начнем с поздравлений. Во-первых, поздравляем всех учеников и учителей Чебоксарского лицея номер 3. Это учебное заведение вошло в число 25 лучших школ нашей страны. Дело в том, что почти все ученики лицея хорошо сдают единый экзамен и часто выигрывают во всероссийских олимпиадах. Еще я хочу поздравить своего тезку Даниила Леонидова. Он стал всемирным чемпионом по шашкам. Этот мальчик обыграл сотню спортсменов из 14 разных стран. Вот какая серьезная победа! При стартовом состоянии меня немножко волновался перед туром. Потом сделал парочку ходов, ходы 2-3, и потом перестал волноваться. Просто переигрывал там соперников, там в центре. Ошибались они, я их переигрывал. Данила играет в шашки 6 лет, тренируется дома, а еще 3 раза в неделю посещает секцию по шашкам. Вот как важно выбрать правильный кружок и серьезно в нем заниматься. Мы с братом уже 4 года ходим на спортивную гимнастику. Надеюсь, и вы, ребята, выбрали себе занятия по душе. Кстати, в этом учебном году в Чебоксарах открылась необычная студия, телевизионно-театральная. Чему учатся там ребята, узнавал наш корреспондент Вадим Иванов. Мои родители – журналисты, и поэтому, когда я узнал, что в Чебоксарах открывается телевизионно-театральная студия «Куча мала», я сразу же в нее записался. В студии «Куча мала» в разных группах занимаются ребята от 5 и до 13 лет. Обучение идет по двум предметам – театр и телевидение. Мы тренируемся выступать перед камерой, развиваем речь и дикцию, работаем над артистизмом. Бомба! Наши педагоги – это журналист Мария Шоклева и актер Александр Яковлев. А когда мы станем настоящими журналистами и артистами? Вот видишь, Вадим, ты уже берешь у меня интервью. Ты уже почти журналист. Так, через пару лет будешь свою собственную программу на телевидении вести. Ну, а если некоторые ребята не так сильно хотят попасть на телевидение, они в этой студии научатся уверенно себя вести, выступать перед публикой и, конечно же, станут смелее. У нас в театральной телевизионной студии открылось бюро добрых услуг. Потому что дети все время что-то забывают. Зонтики, футболки, обувь. Деньги еще не забывали. Вот. Ну, каждый раз что-то забывает. Да. Кто-то забрал уже футболку, кстати. Нет, она вон там. А вот она. Вот, смотри, видишь, зонтики и лежат. Вот. Так что нам с вами очень весело. Я их спрашиваю. Башни учили? Учили. Учили? Учили. Иванов учил? Учил. Петров учил? Учил. Сидоров учил? Учил. Сидоров, говорю я. Ну-ка, вставай, прочитай мне башню. А Сидоров говорит, я не выучил башню. А он в списке шел вместе со всеми и говорил, я учил, учил, учил. Записаться в студию «Куча мала» может любой ребенок, если, конечно, он любит учиться. Зачем ты пришла в студию? Я пришла сюда, чтобы учиться, выступать в телевизоре и иметь хороший голос. Мое самое любимое упражнение – по лесу по загоркам шагали 33 горки. Нужно задержать дыхание и сосчитать, как можно больше игорок. Вот так. Раз игорка, два игорка. Три игорка, четыре игорка, пять игорка, шесть игорка, семь игорка, восемь игорка, девять игорка, десять игорка, одиннадцать игорка, двенадцать игорка, тринадцать игорка, четырнадцать игорка, пятнадцать игорка, шестнадцать игорка, восемнадцать игорка, девятнадцать игорка. 15 игорка, 20 игорка. Это упражнение на дыхание. Какой предмет тебе больше всего нравится, театр или телевидение? Театр, потому что там мы больше двигаемся, а на телевидении больше говорим. Телевидение, потому что я могу научиться не бояться камеры. Главное на занятиях не бояться рассуждать и не стесняться высказывать свое мнение. Как это у нас получается, судите сами. Включаю запись первой тренировочной видеосъемки. Леонтьева, дубль один. Больше всего я хочу...
хочу на свете, чтобы мама дольше жила, потому что она и меня родила. Если бы ее не было, и меня бы не было. Маркова Варя, дубль один. Когда я вырасту, я стану лошадиным парикмахером, потому что я очень люблю лошадей. Это мое любимое животное в мире. Кирьянова Елена, дубль один. Я понимаю, что президентом быть очень тяжело, но я бы сделала именно так. Я бы понизила цены на квартиры и продукты, чтобы каждая молодая семья могла заиметь себе квартиру. Как видите, у нас в студии гость. Поговорить о кружках, студиях и секциях мы пригласили кандидата педагогических наук Ольгу Николаевну. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, все ли ребята должны ходить в кружки? Здравствуйте! Конечно же, я считаю, что лучше ходить в кружки, потому что это способствует всестороннему развитию ребенка. Дети становятся умнее, сильнее, музыкальнее, когда ходят в кружки и секции по интересам. А с какого возраста можно заниматься в разных секциях? Я знаю ребят, которые занимаются в клубе «Кроха», например, с 9 месяцев. Туда их приводят мамы и папы. Там они многому научаются и лепить, и рисовать, и танцевать. Считаю, что в дошкольном возрасте детям должны помогать родители попробовать себя в разных направлениях. Но когда ребята идут в школу, вот они сами могут выбирать себе кружки и студии по интересам. Спортивные, творческие, художественные, музыкальные. Все это способствует всестороннему развитию личности. И вот как раз в кружках и студиях можно выбрать то направление, которое будет, может быть, самым главным в жизни, то есть свою профессию. Ведь подростки уже сами выбирают себе те студии и кружки, которые им интересны. У нас очень много знакомых, которые ходят и на пение, и на танцы, и в бассейн, и на английский язык. Может, лучше выбрать что-то одно? По моему мнению, можно ходить в несколько кружков и студий, если успеваешь. Вот если ты и учишься хорошо, и успеваешь и на спорт, и на музыкальную секцию, и куда-то еще, и при этом не страдает ни учеба, ни твое здоровье, ты высыпаешься полон сил и энергии, можно ходить везде. Это даже еще больше организует человека. Говорят, чем больше ты успеваешь, тем лучше твое здоровье. Ты более организован, знаешь, что к этому времени тебе надо успеть в школу, покушать, переодеться на занятия дополнительные, вечером сделать уроки, и у тебя все хорошо. Но если ребенок не успевает, ходит с неохотой, вечно придумывает что-то, чтобы не ходить на этот кружок, может быть, ему неинтересно, и родителям стоит поговорить с ребенком, выбрать какой-то другой кружок и студию. Но я считаю, что нужно обязательно куда-то ходить и все время развиваться, ведь там ты получаешь новые знания, знакомишься с новыми друзьями и вообще расширяешь круг своих интересов, становишься умнее. Спасибо, Ольга Николаевна, нам все стало понятно. Дорогие телезрители, очень хочется вам напомнить, что программу «Акил Бусер» можно смотреть не только по телевизору, но и в интернете. На сайте Национального телевидения Чувашия и ВКонтакте. Страничка называется «Детская программа «Акил Бупсер». Заходите, приглашайте друзей, комментируйте наши выпуски. Современную жизнь вообще трудно представить без интернета, телевидения и радио. В некоторых школах города есть даже свои телестудии, радиостанции. Например, Чебоксарской гимназии номер 4. Какую информацию передают по школьному радио и все ли ребята могут поработать диджеями, узнавала Лена Кирьянова. Я учусь в 4-й гимназии и с удовольствием вам покажу, где находится у нас радиорубка. Здравствуйте! Давайте расскажем всем телезрителям, как работает наше радио. Наше радио мы стараемся использовать каждый день для оповещения учителей и учеников о важной информации и предстоящих событиях. И стараемся рассказывать информацию на трех языках. Это французский, русский и английский язык. И вот как раз сейчас у Даши будет очередной эфир на тему здорового образа жизни. Или это ведь
président, car nos jours, le mode de vie sain est devenu particulièrement important. Car maintenant, il y a beaucoup de pollution et les gens doivent bien penser à leur santé. Chers amis, je voudrais vous prier de méditer de votre mode de vie et tout dans vos mains. А вы сейчас поняли, что говорили по радио? На каком языке? На французском, правильно. А вы что знаете на французском языке? Что-нибудь? Поздравление. Как мы поздравляем? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Молодцы. А все ли ребята могут быть радиоведущими? Вся гимназия слышит голоса учеников 11 классов, самых активных, креативных и позитивных. Но также у них есть подмога – это ученики 5 и 7 классов, которые иногда тоже здесь тренируются. И я думаю, Соня, у тебя все еще впереди, и ты обязательно займешь наше место. А могут ребята передавать приветы? Конечно, мы часто проводим по праздникам радиоконцерты, и любой учащийся может подойти и передать привет своим учителям, ученикам и своим одноклассникам. Уважаемые учителя и ученики, сегодня в 20:30 на национальном телевидении Чувашии вы сможете увидеть репортаж о школьном радио нашей гимназии. Мальчики и девочки, если вы знакомы с талантливыми ребятами или знаете интересную школьную новость, звоните по телефону 64 11 11. Вместе мы снимем интересный сюжет. А сейчас пора прощаться. Смотрите национальное телевидение Чувашия, и пусть все новости будут приятными. До свидания!